Один из пострадавших при взрыве баллонов на крыше строящейся многоэтажки скончался в больнице. У мужчины было повреждено 75% тела. Такие ожоги врачи называют несовместимыми с жизнью. В телефонном разговоре корреспонденту нашей программы главный врач областной клинической больницы Игорь Волков рассказал, что остальные пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Особое опасение вызывает жизнь мужчины, получившего ожоги 96% тела. Его состояние оценивается как критическое. Помочь пострадавшим в трагедии можно, сдав кровь на областной станции переливания.